Чувак, если вам... Чёрт! Твою мать, беги! Ё-моё! А! Чёрт, нет, да... Чёрт, что делать, чёртов дядя маньяк! Итак, всем привет, дорогие друзья, меня зовут Нейзи, и сегодня мы с Эмеральдом играем на одной карте. Он маньяк, а я выживший, и ему нужно будет меня попытаться убить, а мне попытаться сбежать. А, так, я имею при себе фонарик и записочку. Тут вот у нас есть задачи всякие. Это такой, так сказать, планшет. Вот. И в задачах можно вот отмечать всякое такое. Но мне сейчас нужно не попасться ему. Так. Если я буду включать фонарик, то, наверное, он меня увидит. Но мне не нужно это. Так. Давайте сейчас осмотримся, так как в записочке сказано осмотреться. Окей, так, Эмеральд бегает у нас с каким-то топориком. Так, вот первый выход. Мы нашли первый выход, он не открывается. Нам нужно найти какое-то средство, чтобы бежать. Бля! Ёбаный маньяк! Твою мать! Я уже его нашел! Ё-моё, ё-мазай! Твою мать! Чёрт! Что делать? Я не знаю, бежит ли он за мной или нет. Бежит или нет? Твою мать! Я его уже нашел. Эмеральд! Как так быстро-то? Чёрт! Куда бежать? Я не знаю, блин! Бежит ли он за мной или нет? Чёртова паутина! Ой-ой-ой! А пока там зашел? Я не знаю, где сейчас Эмеральд? Где он? Что он? За спиной у меня был скотина. Я сейчас неплохо так обосрался, чуваки. Ой, я чувствую, это будет напряженная игра. Так, найти первый выход. Давайте отметим. Первый выход мы нашли уже. Господи. Эмеральд, наверное... Я так от него удрапал быстро. Эмеральд, наверное, обосрался. Я обосрался, не Эмеральд. И да, чуваки, извините, что так долго видосы не выходили, но... Ой, черт, Путин. Так вот, Эмеральду сейчас придется меня... О, второй выход. Нашли второй выход. Отлично. Найти второй выход. Нашли мы второй выход. И... Я надеюсь, вам темно не будет. А то он меня спалит, если я буду с фонариком ходить. Так, и здесь мне тщательно придется слушать шаги. Так. Потому что Эмеральда я уже увидел. Ё-моё, это было не из самых приятных зрелищ, я вам скажу. Так, в воду лучше не суваться, потому что по звукам он услышит. И сейчас я так обосрался жестко. Он меня даже не ударил. Тут всякие. Если провалиться в такую яму, вот будет не очень хорошо, потому что застряну. А вот если Эмеральд провалится в яму. Ой, вон он ходит. Фонарщик. Это так напряженно, господи. Это очень напряженно, чуваки. Фонарщик. Так. Что надо сейчас сделать? Давайте посмотрим задание. Осмотреться. Так, встретиться с маньяком. Мы уже встретились с ним. Давайте отметим. Вон там ходит. Вон он. Вон. Так, извините, я запись немного приостановил случайно. Я там свернул на маленький экран. У меня это шаловливые ручонки. Так, и давайте сейчас глядеть. Так, я Эмеральда последний раз там видел. А сейчас где он будет? Хрен его знает. Окей. Ползем. Тут открытая местность. Тут как бы так. Так просто вот. Я не знаю, где Эмеральд сейчас. Фонарщик со стажем. Ой. Там ходит кто-то. Давайте спрячемся в кустиках. Вот там кто-то ходит. Во. Вот там вот. Кто это там такой?
Вот он проходит. Прям мимо меня прошел. Ёкарный по голове. Это ужас, как напряженно. Чуваки. Надеюсь, вам все будет видно. Так, просто он сейчас прошел от меня где-то в метрах 5. Окей, так, надо отсюда уползти. Ползти поаккуратненькому. Вот. Что-то он вот тут шныряет, вот. Что-то выискивает он тут. Ё-мо. Господи, это очень напряженно. Так, ой, открытый участок, я выполз на открытый участок. Вот самое фиговое, что когда он за мной гонится, я не могу точно сказать, гонится ли он за мной или нет. Так. Ё-моё. Тут вот где-то там он был. Так, мне надо сейчас куда-то залечь так и почитать задачник. Так, это ворота, да? Да, это ворота. Было бы прикольно, если бы он в паутину застрял бы, в паутине. Так, тут сверчки всякие. Так, давайте почитаем немножечко журнальчик. Так, найти способ побега, найти оружие. Так, осмотреться. Окей, мы осмотрелись. Это уже достижение. Вот, надо сейчас где-то заныкаться. Вот давайте вот здесь вот. Заныкаемся и поглядим. Так, надо вообще мне найти. Так, сейчас микрофон подвину. Найти способ сбежать. Но как сбежать, я пока что не знаю. Ну, думаю, это немножечко затянется у нас. Побеги все эти. Окей. Яйца в кулак и. Опа, это что там за избушка? На курьих ножках. Да ни хрена, она не на курьих ножках. Чуваки, я не знаю. Как кубики могут пугать? Ну, только если Эмеральд против меня играет, только так они могут пугать. Так, не знаю. Окей, давайте сейчас перебежим сюда. Опа, перебежали. Главное, чтобы он меня тут не зажал сейчас. Что это? Ё-моё. Трупаки. Запароленный сундук. А пароль я не знаю. Давайте подгадаем. Ё-моё, не знаю. Может, пароль надо искать какой-то? Сейчас найдем. Ё-моё. Что это такое? Что это такое? А, это свет так падает. Так, Эмеральды я пока что не вижу. Давайте вот сейчас ползком вот так будем перебираться. Вот я сейчас не знаю, где Эмеральд у нас находится. Надеюсь, не близко ко мне, потому что... Не знаю. Я сейчас так шкерюсь под деревьями. Я вот хочу разглядеть его, вот знаете, так, чтобы он меня не видел. Куда-нибудь залечь, залечь. Чтобы он меня не видел. И как-нибудь потроллить его. Так. Мне показалось. Я думал, там он стоит. Это что там? Я не знаю. Окей, это что такое? Давайте пойдем туда. Вон он там. Вот тут бегает. Сходит. Ходит наш дядя маньяк. Вон, видите свет там? Вот он. Ё-моё. Блин, я туда хотел пойти. Прикиньте, ща, если бы он меня убил там. Так он туда куда-то пошел. Давайте тем временем вот туда пойдем. Потроллим его. Не, что-то плохая эта затея. Так, тут сверчки сверкут. Сверкают. Не, мне что-то стрёмненько, чуваки. Если вам тоже стрёмненько, лайк ставьте. Там, знаю, что в комментарии полезли. Окей. Так, я думаю, он куда-то туда сейчас. Вон он. Видите, фонарь там был, свет. Я вот хочу посмотреть, что вот в этой... А мне сыкотно что-то вылезать сейчас. Ну ладно, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но... А кто рискует, тот потом может его не попить. Но лучше пожить без шампанского. Что в этом сундуке? Фейерверк. Беру все, потом посмотрю, что там. Так, все, залезли под елку. Давайте тут посмотрим, что мы набрали. Что мы с вами набрали. Так, давайте куда-то поближе к кустикам залезем. Вот сюда, например. И посмотрим, что мы нашли.
Фейерверк, нормально. И что? О! Код нашел! Отлично, нашел код. 2716. 2716, отлично. А давайте фейерверком его пригоним сюда. Чуваки. По-моему, это будет угарно, нет? Только надо его так запустить, чтобы он в ветках не запутался. Ну-ка. Оно взорвалось, ну-ка. Давайте посмотрим, прибежит ли он здесь. Прибежит ли? Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он ходит. Вот он и ходит. Чуваки, так можно его отвлекать. Стоп, а что там в записке было? В заметках. Так, отвлечь маньяка. Да, все, давайте ставим. Ведь мы отвлекли его. Он просто не понимает, где я нахожусь. И это хорошо. А может сейчас давайте кинем сюда фейерверк и сами побежим туда? Давайте так и сделаем. Так. Только мне надо как-то вот так встать. Бежим, бежим в дом. Бежим в дом. К Эмеральду. К дяде Маньяку. Так, прибежали. Отлично. Какой пароль? 2716. 2716. Чё? Не подходит? Чёрт. Чё же делать? Чё же делать? Чё же делать? Чё же делать? Как не подходит? Как не подходит? А что тогда с этим кодом делать? Что с кодом-то делать? Как не подходит? Твою мать. Я не знаю, что с ним делать. С кодом этим. Давайте сейчас куда-нибудь пойдем. Вот. Вдоль стенки так. А что это? Запароленный сундук. Еще один. Может тут подойдет? 2716. Что это? Черт. Сигнальный пистолет. Отлично, чуваки. Давайте зарядим его. Потише заряжай, придурок. Так, окей, давайте пройдем вот здесь. Я не знаю, у меня сейчас что-то очко, ну, немножечко разжалось, потому что у меня пистолет. Хотя сигнальный пистолет, что сделать дяде Маньяку? Я даже не знаю. Можно еще поприкалываться с ним? Это, покидав этих фаеров. Блин, не знаю. Давайте сейчас побежим. Вообще посмотрим, что у нас тут есть. Вон там. Это он был там? Мне показалось. Тут что? Тут что такое? Сундук. Адреналин. А, может, типа, не знаю. Я не хочу пока что пить. Может, это для бега или, типа, если он меня ударит. Не знаю. Надо... О, еще сундук. Аптечка, отлично. Вот сейчас, если он меня ударит, то точно... То тогда, я думаю, я смогу от него убежать. Ну, вернее, полечиться. Так. Давайте с пистолетом пойдем. Все-таки так мне более спокойнее ходить. Хотя, что я пистолетом сделаю маньяку, я понятия не имею. Почешу ему спинку там, например. Не знаю. Окей, так, а что тут у нас есть еще? Паутина. Паутина. Нет, паутина, я не хочу впутываться. Вот еще ворота одни. Только как их открыть-то? Не подходит. Я не знаю, что с этим сундуком делать. Надо для него, наверное, тоже кого-то искать какой-нибудь. О, еще сундук. Еще аптечка. Отлично. У нас теперь две аптечки. Так, может, давайте почитаем это задание. Вот там. Давайте залезем под елку и почитаем задание. Так. Найти оружие. Все. Так, осталась последняя задача. Найти способ побега. Ну, я его еще не нашел. Думаю, это самая сложная задача.
Давайте сейчас что-нибудь поделаем с маньяком такое. Пофанимся. Ну, не знаю, нет. В воде... Ой, черт. Не знаю. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте рассмотрим дядю маньяка. Пускай он сюда придет. Я с пекалем буду сидеть. Идет ли он сюда или нет? И где дядя маньяк? Эмеральд? Эмеральд, ты где? Эмеральда тут нету. Наверное, думаешь, что я его за дурака держу. Ничего, и мне теперь стрёмно вылезать из-под этой березки. Или что это дуб? Блин, не, реально, чуваки, стрёмно. Я не знаю, как сбежать. Надо найти, думаю, еще какой-то код для той... Для того сундука. Или поотгадывать. Давайте попробуем поотгадывать, не знаю. Чё, да где дядя маньяк-то? Давайте вот сюда бахнем еще. Я включил свет. Вот он. Вот он, смотрите. Вон он бежит. Меня не увидел. Он убежал. Может, давайте за ним проследуем? Может, он куда-то ведет? Идет. Не, как бы идти за маньяком — это вообще хреновая идея, чуваки. Но... Я, походу, совсем умом тронулся. Давайте его еще потроллим. Вот сюда запустим. Посмотрим, придет ли он сюда или нет. О, вот идет. Чуваки, это просто троллинг маньяка. Он, наверное, такой злой сейчас, этот Эмеральд. Я понятия не имею. Наверное, он злой. Просто если он меня увидит, он меня и забьет. Окей. Окей, блядь. Вот это я зря сделал. Так, давайте нахрен фонарик переложим сюда. Чтобы я больше так не делал. Давайте еще вот тролльканем. Вот. Взорвал я эту хлопушку. Придет ли сюда Эмеральд или нет? Так, Эмеральд. Эмеральд, ты где? Черт. Где же он? Кажись, он забил на это. Типа ему пофиг, он сказал: нет, идите нафиг. Окей, давайте походим немного. Так. Тут я был, давайте. Сейчас надо искать код. Код надо искать, потому что без кода все. Без кода мы приплывем. Мы сбежать отсюда не сможем. Так. Вот здесь я плохо, наверное, осмотрел. Что тут? А, тут лежал адреналин, да? Да. Тут лежал адреналин. Чуваки, если вам... Чёрт! Твою мать! Беги! Ведь он бежит. Он бежит за мной. Он бежит. Бежит. Спрятался. Черт. Я уже не заметил. Эмеральд, ты где хоть? Покажись. Я его сейчас трельканул жестко. Давайте попробуем вот еще вот так вот сделать. Ща.
если он спалит, что я по деревьями лазю, то будет... Но он будет все деревья посмотреть тогда. Вот так вот. Посмотрим, спалит или нет. Так. Ну-ка. Идет сюда или нет? А, черт. Черт. Вот он. Прошел прям мимо. Так, давайте в травку залезем. Так. Вылезу сейчас отсюда. Он куда-то туда побежал. Куда он? Где он ходит вообще? Вон. Блин, не, чуваки, это очень напряженно и одновременно смешно, как я троллю Эмеральда, а он ничего сделать не может. Вот надо как-то найти этот пароль для сундука, но я не знаю, где его искать, ё-моё. Так, я вот думаю, вот на те ворота что-то надо поставить, что ли? И типа того. Может, вот Эмеральд куда-то ходит туда, где пароль это лежит. Надо как-то глянуть. Как-то надо глянуть. Ща. Где Эмеральд сейчас ходит? Блин, были бы у меня файры. Ой, эти. Не файры. А, ну, мне показалось, там кто-то был. А фейерверки, то тогда я мог бы его сейчас привлечь. И он бы, наверное, показал, где они лежат. Так, надо сейчас... Давайте подойдем к каким-нибудь воротам и поглядим, есть ли там что-нибудь. Так. Может, у ворот что-то реально лежит? И вообще, надо посмотреть, как их открыть. Что мне вообще искать надо? Вот, что вообще лежит в сундуке в этом, у Эмеральда? У маньяка этого... Как это открывается? Может, сюда рычаг надо поставить? Возможно. Или кнопку какую-нибудь. Ну, что-то типа такого. Давайте посмотрим. Давайте сейчас найдем Эмеральда. И посмотрим, куда он ходит вообще. Может, он реально ходит туда, куда мне нужно, и охраняет это место. То, что знает, ну, типа, мол, что такое. Ой, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так делать не надо, так паутина затянет, все. Все, приплыли в таком случае. Если паутина меня затянет, я уже не жилец. Может, Эмеральд меня сейчас где-то поджидает, не знаю. Так как он понял, что, типа, нету смысла вот такое делать. Мне кажется, или я его там видел. Потому что он ходит по полянам открытым, я его вижу сразу, а я тут по лесочкам прыгаю, бегаю. У меня тут... Окей. Тут мы были. Вот осталось последнее. Зайти в эту кобуру к Эмеральду. И там уже посмотреть. Конуру. Кобуру, блин. Кобура это туда, куда оружие сует. А мне нужно в конуру его зайти. Так. Ползу тут под деревьями. Так, если что. Ага. Так, давайте проследим за ним. Куда же он ходит? Куда же он ходит? Так, он включает фонарик. Черт, не увидел. А. Так, я прям за ним хожу. Я прям как шпион. Шпион, блин. Шампиньон. Так. Куда-то он пошел. Высматривает что-то. Наверное, меня ищет, не? Пошел вот в эту открывашку. Ага. Он ходит. Вон. Куда-то пошел. Ходит там. Всматривает. Ой. Вот это я зря так вылез. Были бы у меня еще эти взрывалки, было бы круто, а так? Не, а так вообще не камильфо. Куда Эмеральд пошел у нас? Ё-моё, нафиг я иду за маньяком-то, ё-моё, это не самая лучшая идея. Вот он пошел туда, осматривает там что-то, стоит. Он, наверное, даже не догадывается, что я у него за спиной бегаю.
Просто бегай за спиной, ну, ё-моё. Ё-моё! Твою мать! Беги! Уля-ля, уля-ля! Беги! Твою мать! Твою дивизию! Ё-моё! Ай-яй-яй-яй-яй! Святые маньяки! Черт! А, бежит! Он за мной бежит! Чертов дядя маньяк! А! Он прям за мной! Да! Это за мной! Ёкарный по голове! Ёперный театр! Что же делать мне? Чертов маньяк! Он загнал меня в чертов угол, но я от него убежал. А! Черт! Главное сейчас не попасть в ловушку! Главное не попасть в ловушку. А, черт! Куда я на поляну бегу? Вот сюда-то надо. Так. Бежит за мной. Бежит, падла. Давай. С факелом бежит. Че ты меня изнасиловать его хочешь? Вот в окно вот тут. Оп. Я помню, что тут окно есть. Ай! Он меня ударил. Ё-моё. Он меня не видит. Вон он побежал. Не, острые ощущения, это, конечно, круто, но не такие же. Так, давайте еще посмотрим, что тут еще. Вон он там. Ходит, бродит. Я прямо у него за спиной. Ё-моё! Чёрт, сердце бьется. Так, ползи. Он меня не спалил, где я? Он, мать вашу, узнает теперь, что я под этими ползу. Ищет меня. Он меня ищет, мать вашу. Что тебе надо, дядя маньяк? Ты же меня не видишь. Нет! Ты же меня не видишь! Сволочь! Сволочь, он загнал меня в угол! Дядя маньяк, отстань! Дядя маньяк, не-а! Нет! Так, все, я убегаю. Я, мать вашу, просто драпаю. Драпаю отсюда. Ой, он промахнулся, в листву попал. Черт. Не хватает. Ля-ля-ля, дядя маньяк по имени Эмеральд. Отвали от меня, повзязи здесь. А, он загнал меня в угол. Ля-ля-ля. Черт, вы, наверное, там охреневаете от меня, как я бегаю от него. Ну, чуваки, что поделать? За мной же маньяк гонится, вы не так орать будете, когда за вами побежит кто-нибудь. С этим, с чем там бегает? Ё-моё. Отстань от меня, отстань вообще нафиг. Эмик, это ни хрена не смешно. Ой-ой-ой-ой-ой. Чем с факелом-то бегать, чем меня не видит, что ли? Это главное, ж паутину не залететь, вот это все, это...
падла, сердечко колется. Стучит сердечко. Блять, только не лаги. Только не лаги. Только, мать вашу, не лаги. Окей. Ай, падла. Падла, падла. Лаги, лаги, лаги. Залагал я это. Все, я адреналинчиком пахну. Надеюсь, меня потерял. Все. Не, шутки кончились. Давайте побежим вот сейчас к нему в кобуру его. В кобуру, в конуру. А пока он там шныряет, давайте в нору его побежим. В норку, в норку, в норку. В норку, в норку, в норку. Что тут может не так? Какой пароль? Стоп. А может потом... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Блин. Не. Может просто шесть? Открылось. Найти способ побега. Рычаг. Нет, Эмеральд. Все. Я понял. Это было несложно, Эмеральд. Это было ни хрена несложно. Я раскусил твою загадку. Просто посчитать трупы. Это же так легко. Ё-моё. Всё, я убегаю сюда нафиг. Я убегаю. Так. Куда бежать-то? Так, куда бежать-то? По-моему, туда. Ё-моё! Эмеральд! Как он тут появился-то? Сраный Эмеральд. Черт, мне только прыжками придется бежать. Так у меня подлагивает, когда я бегу. Надеюсь, он меня потерял. Да, отлично, он меня потерял, наверное. Скорее всего. Так, и придется бежать к другому выходу. Так, я запомнил, он где-то здесь. Другой выход. Вот, да, здесь. Да ё-моё, у меня подлагивает, когда я бегу. Так, давайте, надо поставить рычаг. Блядь. Извините за мат. Вот сюда. Куда ставить? Сюда? Где рычаг? Ё-моё! Ё-моё! Сраная сигнализация! Что это? Чёртова сигнализация. Так, там дверь открылась или нет? Я только не понял. Да. Я нафиг отсюда убегаю. Ну что, чуваки, вот, собственно, я сбежал от дяди маньяка по имени Эмеральд. Да, он сбежал всё-таки, хотя я его искал. И у меня скин военного, да, я уже говорил об этом, потому что Елебай не сменил, что-то у него там залагало. Елебай — это система скинов. Так вот, ну что, Эмераль, какие твои были эмоции, когда ты бегал за мной? Ну, я чувствовал себя настоящим маньяком, я хотел тебя поймать и растерзать и повесить в своей конуре. Но все-таки ты оказался проворнее, умнее и все-таки зрение подкачало, потому что, значит, темно так на улице. А что ты считал, ну, что ты думал, когда я пускал фейерверки? Да, я так и думал, что ты меня троллишь, и поэтому шел к тебе. На самом деле, деле это было очень смешно, когда я спрятался под деревом, а ты прибежал такой, о, где, кто? Ну да, как-то так. Ладно, в принципе, это было все равно весело. Как в старые добрые времена прямо. Это было очень похоже на Рейк в Майнкрафте. Чуваки, посмотрите на наших каналах Рейк в Майнкрафте. Мы очень давно снимали, год назад где-то. Это очень интересно, особенно где ты был за Рейка, а я бегал там в лагере, и ты за мной глядел. С зеленым фильтром на камере. Да, зеленый фильтр — это было что-то. Что ты еще хочешь сказать насчет того, как, например, вот где ты меня вообще искал?
А я тебя в основном искал по краям карты, а именно там, где выходы. Но иногда тебя искал еще в своей конуре. Да, поэтому я туда и не ходил, я знал, что ты туда пойдешь. Я тебя еще искал на самом деле на сундуках, но ты меня обыграл и поэтому ходил туда, когда я тебя там не искал. А, да, я глядел за тобой постоянно. Я, кстати, половину игры почти что проходил у тебя за спиной. Просто ржал над тобой. Серьезно? Да. А я тебя не видел. Стыдно. Чуваки, если вам вообще понравилась вот эта вот игруля, да, то пишите в комментарии, что да, продолжайте. По-моему, это очень интересно, посмотреть, как я буду за маньяка, а он будет за выжившего. Посмотрим, сможет ли... Да, кстати, я бы очень хотел бы, ребят, ставьте лайки, пишите комментарии. Эмеральд снова перебивает меня. Вот Эмеральд, например, он боится хорроров, а он знает, что маньяк из меня хороший, поэтому, думаю, он обсыклынется очень хорошо. Да? Да. Есть такое. Так вот, чуваки, собственно, видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал Эмеральда, подписывайтесь на мой канал, Нейзи, ну вот. И пишите хороший комментарий. А кто напишет плохой комментарий, того вот подойди к камере и загрызи его. Вот. Тем я сделаю немножечко плохую вещь и приду за тобой ночью. Поэтому лучше не ставь дизлайки и не пиши плохой комментарий. Хорошо? Пока.